Тейковские тополя в четвертый раз примут участие в Параде Победы. 3 единицы техники и около 20 человек личного состава отправятся в столицу для подготовки к главному военному параду года. Сегодня на территории Тейковской ракетной дивизии состоялась торжественная отправка. Мы с вами понимаем, какую ответственность накладывает это мероприятие на весь личный состав дивизии и особенно на военнослужащих, входящих в парадный расчет. Только от нас, стоящих в этом строю, от того, насколько будут сконцентрированы наша воля, ответственность, профессионализм, зависит выполнение поставленной этой задачи. Впереди у экипажей многочисленные тренировки и подготовка техники к параду. Всего 2 с небольшим месяца, чтобы детально отработать каждое движение военной техники. Все слова напутствия сказаны, военнослужащие расходятся по своим машинам. По словам водителей, не в первый раз отправляющихся на парад, узкие улочки московского центра тополи преодолевают легко. Машина настолько сделана инженерами, что она способна пройти любой участок местности и дороги. Главное, чтобы соблюдать габариты машины и габариты дороги, чтобы можно было войти. И поворотные оси сделаны так, чтобы задние и передние колеса достаточно было войти даже под прямой угол дороги. Во всей своей красе и военной мощи машины предстанут перед всей страной уже совсем скоро, 9 мая. А сейчас тополям предстоит долгий путь, который, как уверяют военнослужащие, техника преодолеет без проблем. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.